Серьезной организацией Федерации Аргентинского танго. И аргентинское танго стало действительно популярным, по-моему, вообще второе рождение какое-то у этого танца по всему миру. И сейчас на паркет выйдут танцоры, которые в этом году впервые были удостоены званий мастеров танца Российского танцевального союза. Для вас танцуют Петр Лихачев и Галина Сурцева. Юрий, спасибо президенту, он на работе,
Мы рады, что вы теперь с нами.